Всем здравствуйте! Сегодня, 28 июня 2019 года, у нас на территории Западной Украины, в городе Рівне, цена 1 килограмма дыни составляет 15 гривен. Вот эта вот дыня весит 3600, то есть стоит она 54 гривны, но приобрела ее за 10 гривен. Скажу больше, я приобрел две дыни, общий вес которых составляет почти 6 килограмм. Я должен был бы заплатить по 15 гривен за кило 90 гривен, почти 90 гривен. Но я отдал за эти две дыни 20 гривен, то есть по 10 гривен мне обошлась одна штука. Возникает вполне логичный вопрос, почему дешево? Если вы идете в гости, вам нужно купить красивую дыню. Это вполне понятно. Но если мне нужно купить для себя, для семьи, поесть вкусную дыню, я обычно покупаю вот такие дыни, уцененные. Потому что при транспортировке они где-то придавились, и вот здесь они начинают портиться. Они еще не гниют, но еще 2-3 дня пребывания на рынке, и эта дыня начнет гнить. Поэтому продавцы такие дыни отдают дешево. Сейчас я удалю вот это место, разрежу и попробую, что я сегодня купил, вкусную дыню или нет. Бомба. Мёд. Супер. Зачем алкоголь, табак, наркотики, когда есть дыня? Хочу еще.